Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуф, и сегодня по просьбе подписчиков веретничество, так сказать, чернокнижие, авторский мой ритуал через бесовицу Агнею, так сказать, на быстрые деньги или на большие деньги срочно. Простой ритуал, несложный, который много раз я показал хорошо, естественно, даже если вы не занимаетесь, так сказать, веретничеством или русским чернокнижием. Что нам понадобится? Обычная церковная свеча, перевернутая. Переворачиваем, зажигаем, просим Агнею бесовицу о помощи, чтобы в кратчайшие сроки, так сказать, помогла вам в деньгах. Нам понадобится также колода карт. Как говорится, лучше новая, конечно же. Саму колоду вы выкинете на перекресток. Вот, с дарами, естественно, бесовицы. Карандаш. Десятка черви и восьмерка черви. Вот. В интернете этого ритуала, сразу скажу, нету. Появится, ну что уж, без им в спину, как говорится. Что мы делаем в данный момент перед просмотром? Естественно, поставьте лайк, как говорится, комментарий. Это поможет продвижению видео и снимать для вас видео, как говорится. Так, мы откладываем их. Естественно, нам понадобится золотистый десятчик какой-нибудь. Вот, может, 10 копеек вообще или 10 рублей. Ну, лучше, конечно, 10 копеек. Вот, мы берем листок чистый. И на листке мы пишем, естественно, сколько мы хотим денег примерно, да? То есть, какую сумму, допустим, 10 тысяч в месяц мы хотим, чтобы появлялись, да, у нас деньги. Мы это написали. Листочек складываем, положив внутрь, как говорится, деньгу нашу. Вот как вы складываете, не имеет значения. Что вы дальше делаете? Вы берете эти две карты и кладете по бокам. Вот так. Запомнили? И в таком виде кладете в кошелек. Попросив бесовею, бесовицу Агнею, как говорится, вам помочь срочно притянуть деньги. Вот, где-то в течение недели у вас появятся просто деньги. Можете, одна писала мне, что она нашла просто на улице. У каждого свой эффект. Вот, вы это делаете, как говорится, все написали, уже сделали. Проходит время, естественно, вы можете еще раз сделать этот талисман таким образом. То есть еще раз этот ритуал, и таким образом у вас будет в деньгах все налаживаться, как говорится. Будете постоянно восстанавливать денежный канал, который у вас, допустим, повреждается в результате атак или магии, или чего-то еще. Ритуал несложный, любая луна, как говорится, любой день, как говорится. Главное, не надо бояться небесов никак. Агарок свечи на перекресток с картами, как говорится, выкидывая. И откупом, естественно, тогда еще быстрее усилится и дольше будет держаться эффект. Ну что ж, всем удачи, успех. С вами был Александр Пчев. Комментируйте, репостите, развивайтесь, удачи!